Приветствую вас, дорогой зритель, на связи с вами Павел Чернышов, и в этом видео я хочу поделиться с вами результатами тестирования одного из моих роботов. Итак, робот называется Elan Turbo Beta 451 by Grade, такое у него длинное название. Давайте перейдем на вкладочку торговли и посмотрим текущие результаты. Значит, текущая просадка у нас составляет минус 7 долларов, уровень у нас 19 000%. Просто шикарный уровень. И баланс на сегодняшний день у нас 315 долларов и 66 центов. То есть 315 долларов у нас текущий баланс. Переходим на вкладочку «История». Давайте проскроллим теперь самый верх, для того, чтобы узнать, за какой период данный робот надолбил нам такой депозит. Значит, данный счет был открыт у нас 18 октября 2011 года. Баланс у нас составлял 100 долларов на центовом счете. То есть это получилось 10 тысяч центов. Скроллим самый вниз. Итак, сегодня у нас 31 октября. И мы видим, что прибыль у нас составила 215%, то есть 215 долларов. И текущий баланс у нас составляет 315 долларов. То есть плюс 215 долларов меньше, чем за 2 недели. С 18 октября по 31 октября. Я считаю, что это просто очень и очень шикарные результаты. Данный тест проводился на демо-счете, поэтому, возможно, на реале он себя покажет не так хорошо. Но, тем не менее, данный робот достоин нашего внимания для того, чтобы мы с ним поработали, потестировали и пооптимизировали. Не исключено, что на реальной торговле он будет показывать такие же результаты. Если вы хотите получить данного робота, то вам необходимо перейти на сайт tradingforex.ru и подписаться там на рассылку. Затем напишите мне на e-mail, сообщите, что я так и так являюсь вашим партнером, и вот хочу получить робота, который называется Elan Turbo Beta 451 by Grade. Вот, ну, в общем-то, напишите так, чтобы я понял, что вы имеете в виду именно этого робота. Что касается входных параметров и настроек данного робота, то я их оставил все абсолютно по умолчанию, то есть я ничего не тестировал, не оптимизировал, не изменял какие-то там настройки. Единственное, что изменил, это только размер самого лота. Поставил я его 0,10, изначальный лот, это, конечно же, агрессивный был вариант. Рекомендуем размер лота для такого депозита в 2 раза меньше. Вот. Но, тем не менее, я решил попробовать все-таки, что покажет этот робот с таким размером лота. И, как мы видим, результат получился очень такой неплохой. Большое спасибо вам за внимание, с вами был Павел Чернышов, и до встречи в следующих моих видео и на моем сайте tradingforex.ru.